Работы в Двинопарке начались с августа прошлого года, когда был определен подрядчик – архангельская компания «Северная Роза». Сегодня основные работы по благоустройству парка подрядчик завершил. Заасфальтированы дорожки, подключено освещение. Проведены работы по обшивке смотровой площадки деревом и по озеленению участка. В парке появились фигуры двиноящеров. Объект официально откроется 10 июня. Но маленькие и взрослые котлашане с близлежащих улиц уже вовсю гуляют по дорожкам Двинопарка вдоль Северной Двины и фотографируются с нашедшими свое место в парке динозаврами.